Топ-4 самых могущественных и сильных духом знака зодиака. Они успевают больше других, способны на многое, поражают внутренней силой и способностью добиваться своего. Они могущественны, поэтому среди них много звезд и выдающихся личностей. А кто это, я сейчас вам расскажу, только для начала поставь лайк и подпишись еще на мой телеграм. Ведь только там есть самый точный прогноз на будущее. А мы начинаем. 4 место – скорпионы. Многие считают скорпионов упрямыми, но ведь это часто свидетельствует о силе характера. Они невероятно продуктивны, умеют интенсивно работать и добиваться поставленных целей. 3 место – львы. Лев – это король среди других знаков зодиака. Харизма, невероятная уверенность в себе, внутренняя сила, способность идти напролом даже в самых сложных ситуациях. Все это про львов, которых не пугают сложности. 2 место – раки. Раки – семейные, приятные в общении люди. И многие знают их как чувствительных, эмоциональных и нежных людей, что они ошибочно принимают за слабость. На самом деле это уверенные в себе, амбициозные в карьере и в личной жизни люди. И 1 место – это действительно один из самых могущественных и успешных знаков зодиака. Они настроены на успех, умеют сосредоточиться на своей цели и не видеть никаких препятствий на пути, пока ее не достигнут. И это Телец.